Ректора Омского педуниверситета уволили. Указ подписала 29 ноября министр образования и науки России Ольга Васильева. На должность главы Омского государственного педагогического университета Олег Волох был избран в марте 2013 года. В мае 2016 на него завели уголовное дело по факту растраты. По версии следствия, руководитель незаконно заплатил 790 тысяч рублей компании за создание молодежной ТВ-студии. Недавно в дело добавили еще 8 эпизодов по аналогичному обвинению. Всего, как подсчитали в Следственном комитете, действиями бывшего ректора Омского госуниверситета федеральному бюджету был причинен ущерб в крупном размере – 2,8 миллионов рублей. Теперь вуз будет возглавлять филолог Геннадий Косяков, выпускник ОМГПУ. С 2011 года он был проректором по учебной работе. До этого в 2002-2010 годах занимал аналогичную должность в Омской гуманитарной академии. Академии.